Stop out. Соточка хотел сказать, но не получилось, там 95. Ё-моё, меня скинули. Меня скинули. Вы представляете, скинули меня. Надо того еще убить, а меня скинули. Меня просто сбросили. Лечись. Побежал. Тут оружия нет. А тут оружия нет. А тут нет оружия. Оружие. О, камень. Топор, кирка, топор, кирка, баланс. Нет, ничего такого. Ну как раз 200 дерева, надеюсь, будет. Три тысячи, просто 3000. Куда пошел? Ты что, дурак? Во-первых, идем сюда. Ты останавливаешься и лечишься. Во-вторых, подходим сюда. Складываем вот это. Идем дальше. Так, а тут что, пусто уже? Че ты отсюда убегаешь? Хочешь сказать, тут реально пусто? Ну ладно, погнали с великаном по базарю. Дайте мне копье. Блин, я думаю, этот пенек это дерево. Пенек не дерево, знаете. Пенек это пенек, дерево это дерево. А ты? Думай сам. Кто-то есть на самом деле. Что есть истина? Смотрите, тратит одну прочность. У меня 100. У меня сейчас 99. Во, видали, как четко. Вот где мне хватило одного удара. Я-то думаю, что топорник вот этот один удар. 100% где-то что-то начал рубить, а оно не получилось. Я нашел, где оно не случилось. Чудо. Свершилось чудо. И я завис. Да, был такой момент. Свершилось чудо, и я завис. Блин, был бы отхил, я бы сейчас с легкостью зачистил дальше подземку. Может даже на второе... Не, на второе вряд ли. И вот так потихоньку я сейчас его убью в спину. Типа сейчас же урон считается как 1 за 3. Тем более следующий удар будет каст у него. Можно еще 2 тыки делать. Или одну, не помню. Все от скорости атаки зависит. Так. 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 Все, отходим. Ну и вот, пожалуйста. Делает 2 тыки, типа кастует. В этот момент я его добиваю, все. Ну, раз он 2 тыки делает, то я же должен 2 тыки ему сделать. Оп, раз, побежал. Далее пошли. Я чисто с одним великаном вожусь уже минуту. Ребята, больно. А, ну как раз, вот, гляньте, 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 36 хп, ну, блин. Мог бы добить его, кстати, у него аж каст был. Вам пофиг с тобой уже. Так, что у нас по месту? Да вы шутите, реально. Не хватает, не хватает. Как так? Как так не хватает? Ага, инвентарь переполнен, вы смотрите четко. Что мы делаем? Мы делаем вот так. Мы делаем вот так. Забираем ткань, забираем веревки, забираем вот это.
травку давайте, я тоже заберу, так как, ну блин, ее фармить это вообще жесть. Блин, я не знаю, что мне положить, у меня места нет, все. Места нет, нету места. О, давайте вместо кирпичей, если что, сделаю. О, все, решил все. Я решил все свои проблемы. Я свободен. Пошли чистить подземку. Чистка подземы сейчас меня может спасти. Так, это наш чувачок. Забрать. Ага, пошли дальше. Так, тебя. Давай. У тебя щит и меч. Ты круче меня. Долбишь поменьше, урон не блокируешь. Отлично, по 30-ке хилься. Не, если я зачищу подземы, я сумею еще как-то. Ля-ля-ля, больно. Два удара, я выживу. Он сагрится. Он стопудово сагрится. Фу! Не сагрился. Ах ты ж скотина! Где моя еда? Нет еды. Нет еды, я сказал. Все, нет еды. Куда нажимать? Вот сюда? Да, вот сюда. Мясо, блин, спиховать неохота. 4400. Он там с огненным магом, да, воюет? А, это уже не огненный маг, гляньте. Это уже не огненный. Ого. Как неожиданно. Хм. Не, давайте еще отхилюсь. Давайте еще 30 секунд подожду, отхилюсь. А теперь спокойно, сидя в спину. Надеюсь, КП хватит. На! По девятке. Да, хватило. Но мне не хватит. Да? О, хватило, 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 хватило. Ах ты ж дрянь такая. И сейчас такое убивает. Опа, а три великана. Три великана, нет, не три великана, два великана, ну да пофиг, я тут уже ничего не сделаю. У меня нет хила. Да? Просто нет отхила. Стычки между игроками запрещены. Ведь это тайная роща. Бойтесь ее. 4 минуты до выхода. О, смотрите. Пропала моя роща. Все, я бы сюда не вернулся просто. Просто бы не вернулся. Вот зайти. Эх, так. А. А. А типа они еще открыты, да, или что? Откроются вот через 20 секунд. Ой, 20 минут. Ну ладно, пофиг. Так, что у нас тут по очкам? Да ты задрал, реально. Да ты задрал. Ладно, выложу сейчас все и побегу. Даже что я выкладывать буду? Я сейчас судуки еще покрафчу себе и все. Так, давайте, выкладываю тут 3
Так и дерево, и сундучки погнали делать. Раз, два, все переполнено. Что так быстро? А, Костя. Давай. Хавай. О, все, съел. Так, давайте еще. Оно как-то работает. Я нажимаю строить, да? Раз, сундук. А, это другое, окей. Ладно, пофиг. Где тут мое дерево? Все, вот этот джик выкладываем вот сюда. А теперь давайте топор вот это выложим. Не сюда. Вот сюда. И побежали. Побежали, 2 минуты надо добыть. 700 очков за 2 минуты, блин. В красную пойти, а толку? Если что, я сейчас сижу и думаю, как за 1,5 минуты, уже меньше, набить эти 700 очков, ну типа 200 очков до 700. Ух ты, медь. Четко. Нет кирки. Дай посох свой, плиз. Нафиг ты добил, скотина. Ой, я тебе это не прощу, все. Дерись со всеми. Просто дерись. Бейся. Не за жизнь, а за смерть. Опа. А чё ты их не забрала? Чё там у нас? Да не, я уже не успею. Хотя бы ящики пособираю. Ой, я еще сейчас убью. Ой, не надо, не хочу умирать. Умри за меня, будет труп. Да врубай, не поможет. Да, врубай, не поможет тебе это. Там еще кто-то зашел. О. Что ты делаешь? Вот что ты делаешь, а? Думаешь, на меня их переорать? А не выйдет. Кстати, что это такое? Ой, что это? Что это такое? Что это было? Меня чуть не убило, вы заметили? Чувак медь добывает, его убивают. Ах ты ж дрянь такая, я ж приду сейчас убью тебя. За то, что ты меня убил, я тебя убью. Все, тебе не жить. Погнали, двух, погнали. Берем вот это. Берем один. Чисто сейчас бомж убьет бомжа. Не пропустите. Так, ладно. Турнир закончился, забрать 8 место, мы херовое 8 место. Но тебе не жить.
Thank you.